слово Евровидения 2008 года Дима Билан и его продюсер Яна Рудковская. Впервые вместе на этой сцене для нас! Весь мир у нас в руках, мы звезды континентов, разбили в пух и прах проклятых конкурентов. Мы к вам заехали на час. Привет! Bonjour! Hello! А ну скорее любите нас! Вам крупно повезло! Ну-ка все вместе! Уши развесьте! Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы! Как все от счастья плачут, и знаю наперед, не может быть иначе. Мы к вам заехали на час. Привет! Bonjour! Hello! А ну скорее любите нас! Вам крупно повезло! Ну-ка все вместе! Уши развесьте! Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Ну-ка все вместе, уши развесьте. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Браво! Невероятный дуэт, конечно, сегодня у вас на глазах состоялся. Такие, я хочу сказать, что этот праздник, долгожданный праздник, и именно канал «Россия» его зародил и сделал легендой. Поэтому хочу пожелать всем молодым конкурсантам удачи, и чтобы все получилось. И если не сегодня, то в жизни обязательно нужно стремиться всегда. А я хочу призвать всех маленьких россиян голосовать за наших конкурсантов. Я знаю, что мои дети тоже сегодня будут болеть и голосовать. Спасибо. Хорошего вечера!